И снова здравствуйте. В этом выпуске мы поговорим снова о Дмитрии Губерниеве. Стало известно, что спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился своим мнением о том, почему глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе против его работы на соревнованиях по лыжным гонкам. Я, например, журналист, и я задаю вопросы. Эти вопросы, конечно, не нравятся, потому что они там занимаются какими-то темными делишками и прекрасно понимают, что когда я буду комментировать, я же обо всем этом расскажу, заявил Губерниев. Комментатор подчеркнул, что самые высокие рейтинги в лыжах проигрывают самым низким в биатлоне, при том, что лыжные гонки показывал Первый канал. Напомним, ранее Елена Вяльбе заявила, что ограждала и будет в дальнейшем ограждать сборную России от вмешательства Дмитрия Губерниева. Конфликт между ними возник еще в ходе прошлого сезона. Никак не может успокоиться Дмитрий Губерниев, и что его так тянет к лыжным гонкам, непонятно. Почему он так рвется комментировать их и почему не оставит в покое Елену Вяльбе? Какую цель он преследует, непонятно. На наш взгляд, ему в принципе хватило бы и биатлона. Но это только наше мнение. Если у вас есть свое мнение, поделитесь им в комментариях. Спасибо за просмотр этого видео. Не забудь подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы будем также рады вашим лайкам и конструктивным комментариям. До новых встреч!